Вот это поворот! Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра, чеки-печеньки подготовили и погнали. Сегодня под нарезочку игры я вам расскажу о новостях следующих. Xbox Live наконец покидает нас, так получается. На замену его 1 сентября придет Game Pass, который называется Core. Это новая подписка от Xbox, а естественно Microsoft. Если вкратце, то это будет та же подписка, что и раньше, но с другими особенностями, о которых я расскажу сейчас далее. Как известно, ребят, девочки, игроки, инсайдеры индустрии давно обсуждали возможную отмену сервиса Xbox Live Gold и то, в каком виде это произойдет. И вот скоро об этом объявит сама Microsoft. Информация об этом раньше времени появилась в сети и стало известно о появлении преемника Gold. Им станет новый уровень подписки Game Pass с названием Core. Новая подписка, так же как и старая, будет предлагать игрокам доступ к онлайн-мультиплееру в платных играх на консоли, специальные скидки и предложения в магазинах Xbox. А стоимость подписки останется на том же уровне, как и раньше. Все подписчики Live Gold будут переведены на Game Pass Core с 1 сентября. А теперь о отличиях подписках скажу. В подписку Core перестанут добавлять каждый месяц различные игры. Но до этого это были, как бы мы все знаем, не очень серьезные игры. Это так себе, с большего индюшатина. Очень редко туда могло залететь хоть что-то более-менее неплохое. Но взамен этого игроки Game Pass Core получат библиотеку 25 игр на старте. Это будет чем-то похоже, как на PlayStation Plus Collection. Если вы знаете, есть такая подписочка у них в обычном PlayStation Plus. И в этот список входят такие игры, как Among Us, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Universe, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Inside, Ori and the Will of the Wisps, например, Психонавты 2, State of Decay 2 и Elder Scrolls Online. Также есть информация, что эта подписочка будет в любом случае также пополняться, но не так часто, естественно, как это было с Live Gold, например. А все прошлые игры, которые у вас скопились с Live Gold, естественно, останутся у вас также на аккаунте, просто перейдут в подписку Game Pass Core, и вы сможете в них также продолжить играть, как и раньше. Картиночку всех вариантов на данный момент подписки я вам сейчас показываю. Есть подписка Xbox Game Pass Core, консоль, PC и Ultimate. На этом все, друзья. Вот такая у нас есть новость. Ждем новой подписки, которая называется Game Pass Core. И надеюсь, это будет что-то более интересное, чем был Live Gold. Потому что Live Gold как бы себя уже выжил. Уже прощаемся с Xbox 360. У нас уже Xbox Series. И этот Xbox Live, естественно, как бы никому не нужен. Если честно говоря, мы только что использовали его для того, чтобы конвертировать подписку в Xbox Game Pass Ultimate. Также, друзья, если вы хотите купить любую игру из Xbox Store, либо подписку Xbox Game Pass Ultimate Ubisoft Plus, обязательно залетайте. Первая ссылка в описании, также в закрепленном комментарии на наш магазин, который называется Xbox Store Dreams. Там можно сделать все, что вы хотите, и узнать все ответы на ваши вопросы, и также арендовать игры бессрочно навсегда для себя. Все, на этом все. Целую вас, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Играйте хорошие игры по прекрасным ценам и с невероятным настроением. Пока-пока.